Всем привет! Сегодня я вам покажу, как удалять карты, на которые лицензия уже закончилась, ибо говорят, permit expired. Вот все наши карты, которые на борту имеются. Ярко-зеленые, это которые активные, темно-зеленые, которые через месяц уже будут expire, а желтые это уже которые у нас не активны, то есть expire. И сейчас мы их будем удалять. Для этого заходим в license. Здесь вот сразу по фильтру можно где даты и expire отфильтровать, чтобы сперва шли те, которые первые даты expire идут. Вот у нас 31 января, сегодня у нас 2 февраля. И выделяем все карты, которые у нас до 31 января. Все, я все карты выделил. Дальше у нас идет уже, который закончится в феврале. Нажимаем Delete License. Подтверждаем. Вот написано 43 карты. Пермиты на 43 карты удалены. Далее переходим в Manage Charts. Здесь уже придется чуть подзаморочиться, выписать по списку те карты, которые у вас expire. То есть здесь по фильтру уже не получится у вас так выделить, чтобы они были в первом списке. И подряд все выделять. То есть нужно искать по номеру карту каждую и ставить, к примеру, галочку вот так. Когда все карты выделим, нажмем Delete Charts. Сейчас я этим займусь, потом покажу. Все, выделила все карты, которые необходимо удалить. Галочки на них стоят. Нажимаем Delete Charts. И дополнительно проверяем, ничего ли мы не пропустили. Вот я вижу, у нас какие-то еще есть карты, которые Voyager не показал, что они expire. Такое бывает. В общем, проходимся еще по карте, смотрим, какие у нас желтые карты. Их записываем, удаляем также лицензию, как в начале видео, а потом удаляем саму карту. Сейчас я это сделаю, потом продолжим. Все, нашел я эти две карты. Сейчас мы их удаляем, пермит на них уже удален. Все, с Экдисом мы закончили. Все карты у нас up to date и не просроченные. Теперь я хочу показать, как удалять, вернее не удалять, а отказываться от обновлений на Voyager, на те карты, которые также уже просрочены. Запустили Voyager, вот мы видим AVCS, ENC, 43 карты expired.
Заходим в Manage. Так, и здесь пока Voyager загружается, компьютер долгоиграющий, сразу выбираем Expire эту графу, чтобы показали только те карты, которые у нас просрочены. Ждем. Так, наконец-то загрузились все наши просроченные карты. Вот весь список. Просто вот здесь берем, выделяем. Сверху галочку ставим, они все выделяются. И выбираем эту графу. Отключить обновление. То есть при следующем обновлении, когда вам GNS пришлет weekly update, на эти карты уже обновления не будут приходить, и EGDIS, то есть не будет видеть эти обновления на старые карты и не будет, в общем, выдавать ошибки. Все, тут написано, что успешно отключено обновление на выбранные карты и просят нас отослать sync update. То есть NES update. Окей. Возвращаемся на начальную страницу. Вот. Генерируем файл sync update. И потом находим его в папке, в которой он сохраняется, скидываем на флешку. И отправляем по email в GNS и ждем следующий weekly update. Все, на этом удаление просроченных карт окончено. Спасибо за внимание, за просмотр. Ставим лайки, не забываем. Пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем пока, всем добра.